Я в лиц не помню, но там так бодро мужичок рассказывал, так все классно и замечательно, ему так нравится. Я не знаю, посмотрите, у него спросить, он же рассказывал, я не был на этом доме. Я не говорю. Это что, квартира съемщика, которая? Там все в тайне. Я не знаю. Ну вот Александр Беляков, Лобион. Там я не говорил, что классно. Спрашивали, как живешь, какие условия, где дом и как. Правильно. Ну репортаж очень, может вы и говорили все, но репортаж очень бодрый получился. Я что, блин, что звонили, да. Так вам ключи вчера отдали от квартир? Нет. Ну а там же в репортаже, что вам ключи уже... Что? Цветочки вот эти вот. Перед камерой. На бумаге это и будем жить. Дали только кого-то позвали, 10 человек дали, ну образно, и тут же забрали эти ключи. То есть мы вот стоим, ни мне не дали, ни вот девушке не дали. То есть многим людям не дали эти ключи вообще, в принципе. То есть все это вчера постановочно было, что ли? Это постановочно было. Позвали конкретных людей. Вот девушке стоит, ей дали. Мужчине дали, и тут же забрали эти ключи. В поселке Скрестеновского района жители получили ключи от новых квартир. Ну вот это я тоже только видела. Нас даже не пригласили. Значит, квартиры что-то другое получили. Не знаю. Вот даже кому-то вручают. Вручают. А потом забирают.